Друзья, приветствую вас на своем канале. Перед вами монета 10 рублей 2013 года из серии Российская Федерация, Республика Дагестан. Республика Дагестан, субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Образована 20 января 1921 года как автономная республика в составе РСФСР. Столица республики – город Махачкала. Итак, перейдем к монете. Номинал – 10 рублей. Дата выпуска – 17 октября 2013 года. Выпускалась на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж монеты – 10 миллионов штук. Гурт – 300 рифлений и надпись 10 рублей, повторяющая дважды, разделенная звездочками. Материал – биметалл. Вес монеты – 8,4 грамма. Диаметр – 27 мм. Толщина – 2,1 мм. И средняя стоимость монеты – 20 рублей. А на этом все. Если вам понравился обзор, оцените его, пожалуйста, лайком. Спасибо, друзья, за просмотр.